правила для кодирования топографии и морфологии. Правила топография регионов и неуточненная локализация. Рекомендация. Создайте максимальную специализированный код на основе имеющейся информации. Следует избегать использования неуточненной локализации. Правило Б. Префиксы. Рекомендация. Если вы не можете найти код для анатомического, используйте неуточненную локализацию. Не кодируйте орган как первичный очаг. Если опухоль, описывайте как возле этого органа. Правило С. Перекрытие. В случае, если опухоль распространяется на несколько топографических зон и отсутствует возможность определения первичной локализации, следует использовать подраздел 8 или другие обобщающие категории. Правило Д. Топографический код лимфомы. Экстранодальная лимфома кодируется по месту происхождения. Правило Е. Топографический код лейкемии. Код топографии лейкозов. C42-1. Костна и мозг. И сейчас Валентин будет раздает упражнение. Вы увидите, что на бумаге это код топографии. Слева, влево это топографские коды. Вправо это топографии, где вы надо указывать код. От, вы надо выбрать правильный код с этим влево. Это топографские коды влево. Это диагнозы, которые вы надо кодировать, используя этими кодами. Вы, у вас есть 5 минут для этого. Первый код – шейка матки C53-9. Второй код – щитовидная железа C73-9. Оболочка головного мозга C70-0, поражение нескольких отделов пищеварительной системы C26-8 и костный мозг C42-1. Вопросы? Они сделали хорошо. Все верно? Вопросы? Все ясно? Да. Да? У тебя все ясно? Все ясно? Да? Странно. Хорошо. Странно. Это правило кодирования морфологии. Правило F. Биологический характер поведения опухоли кодируется на 5-й позиции в зависимости от наличия точного съвпадения в МКБО. Правило G. При кодировании диференцированности опухоли следует указывать максимальные из имеющихся в заключении значений. Правило H. В случае отсутствия в диагнозе локализации следует
используват е указано в названии опухоли, за изключением случаев, когда точно известно, что это не соответствие действительности. И правило J от перестановки мест слагаемых сума не меняется. Это интерпретация Валентину. И правило К в случае, если при описании опухоли использованы понятия, попадающие под различные коды, следует использовать максимальный код. Сейчас упражнение, вторая страничка, кодирование морфологии. Если вы готовы с первого диагноза, мы можем дискутировать, кто хочет сказать, какой будет морфологический код лобная доля мультиформная глиобластома. Код морфологии 94/40/3. Все согласны? Топографический код, код топографии? C71-1. Все согласны? Нет. Все согласны. Кто не согласен? А почему согласны? C71-1. Правильно сказал. Следующая диагноза – биклеточная лимфома Менделина. Кто хочет сказать код морфологии? C95-90/3, C09-9. Все согласны? И последнее – забрюшная мезотелиома. Код морфологии 90/50/3, код топографии C48.0. Вы можете сравнить ваши ответы. Вопросы для кодирования? Если все ясно, тогда я поздравляю вас с успех кодирования. Магистры кодирования.